ועכשיו חצי משה. המשימה החדשה שייכה רוסיה. עכשיו אתה ניקולאי סבירסקי, תייר מרוסיה. גר בתל אביב, חדר 407. מלון ליאונרדו סיצי. נסעת יומיים לירושלים, והיום חזרת לתל אביב. פרטי המשימה, דרכון, כרטיס חזרה והכסף, תמצא אותם והרומס בא. 5, 3, 1, 2. הבנתי. Доброе утро. Здравия желаю. Сергей Николаевич. О, добрый день. Привет, Юр. Ну, что нового? Да, задержали одного подозреваемого. Проходит по делу плодородные земли. Да ты что? Да. И где он? Его уже повели на допрос в кабинет. Значит, на контроле у Васильева. Да, у Васильева. Ищи, ищи. Шампанское, конфеты, ни в какую. Юр, подожди. А кто провел задержание? Группа Петрова. А информатор кто? Вот этого не знаю. Ну, кто-то же навел? Не знаю. Странно, очень странно. Давай сделаем вот что. Я зайду первым, ты чуть задержись. Угу. И понаблюдай за всеми во время допроса. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Только никому. Давай. Игорь Иванович, мое почтение. Сережа, привет. Ну что, когда клиента приведут? Через 2 минуты. Как у нас погода сегодня? Погода. Сплошная облачность. Я думаю, будет дождь. Знаешь, странно, что вся облачность идет с юга. Юг, да. А кто прогноз делал? Да, это не важно. Игорь Иванович, а кто допрос проводить будет? Я думал, Огрызков. Но он что-то задерживается. Так, может, не разрешите? Я ж в теме. А чё не бритый? Так я ж только из Багдада. Скоро в Каир лететь. Побаливает? Да, что-то сердце тянет. Курить бросать надо.
Ну так что? Дай-ка папку. Ну, давай. Спасибо, Игорь Иванович. Добрый день. Как вам обращаться? Моя фамилия Свирский. Николай Валерьевич Свирский. Ну, хорошо, тогда я Барак Обама. Шучу. Меня зовут Сергей Николаевич. Я веду ваше дело. Скажите, пожалуйста, Николай, с какой целью вы встречались вот с этим человеком? Вы что, следите за мной? Так получилось. Ну вот, просто подошел. Просто попросил сигарету. Просто подошел, просто попросил сигарету и просто оставил рядом с вами свою папку. А что в ней было? Я не знаю. Я догнал его и передал обратно. Ну хорошо. А расскажите, пожалуйста, о своей работе. Чем вы занимаетесь? Хорошо, я вам расскажу. Я поставляю девочек на самый верх. Так что, если вам понадобится, я вам достану. Николай, я бы не советовал вам шутить со мной подобным образом. А что вы посоветуете? Да. Товарищ полковник, разрешите присутствовать? Давай, давай, бегом. Ну что ж, Николай Валерьевич. Фамилия этого человека Пескер. Он работает конструктором в закрытом НИИ. Вот его показания. Вы передали ему 500 тысяч долларов и фальшивые документы на имя Колина Брукса. А вот здесь вы встречаетесь с сотрудником израильского посольства. Узнаете? Да у вас на меня целое досье. Это только малая часть из того, что мы на вас собрали. Ну что? Вы будете говорить со мной откровенно? На сегодня разговор окончен. Да нет, Николай. Не закончен. Я понимаю, вам трудно. Но, к сожалению, такое бывает. Разведчики иногда попадаются. Можно воды? Конечно, можно. А вы пока подумайте, что мне рассказать. Хорошо? Ну что, подумали? Пожалуйста. Хочу вам напомнить, что по российскому законодательству вам грозит пожизненное заключение. А плевать мне на ваше законодательство. Это почему же так? И много народу нас там слушает. Вопрос риторический. Николай, а может быть, мы закончим этот спектакль? А я не люблю спектакль. Я люблю смотреть кино. Дома. В одиночестве.
Мне кажется, он нам больше не нужен. Мне нужно еще 2 дня, товарищ полковник. ¼ часа. Есть. А вы догадливый. Я знаю. Гражданин Сверский, нам очень нужна информация. И мы точно знаем, что вы обладаете ею. Что вы хотите знать? За последние 5 лет вы пересекали границу Египта 18 раз. С какой целью? Я вам расскажу все как есть. Но мне нужны гарантии. Молодой человек, нам известно о вас практически все. От рождения до сегодняшнего дня. Выход у вас только один – рассказать мне то, что вы знаете. Вы находитесь в здании ГРУ. О каких гарантиях может идти речь? Я вас слушаю. Провести всю свою жизнь здесь – плохая перспектива, не правда ли? Похоже, вы правы. У меня нет выбора. Можно сигарету? Курение убивает. В моем случае это не актуально. Я не Николай Сверский. Мое имя Мусателиш. Очень приятно. Расскажите подробно о своей службе, о ваших функциях. Я занимаю должность в Моссад 3-й степени. Информационный отдел. Агенты моего типа многофункциональны. Я бываю в разных местах для передачи секретной информации между странами. Поэтому на моем пути появляются разные люди. Бывают те, с которыми я пересекаюсь довольно часто. А бывают и те, кого я вижу всего лишь один раз. Мухтар был из тех, с кем я пересекался довольно часто. Он был ответственный за тоннели между Египтом и Газой. Поэтому мне не доставляло особого труда пересекать границу между Израилем и Египтом. Муса. Адальбир Ахрунафак. Ахрунафак Бетерхак Махмуд. Хнак Тахут Тарикак. Маальф Салям. Фтаху Альбир. Маальф Салям. Салям. Муса. للأمانة. فلو البير. Интересно. Моссад по-прежнему использует передачу информации из рук в руки? Потому что передача данных через глобальные сети
ставит под угрозу сохранность информации. Старые методы безопаснее. Поэтому каждый раз в новой стране я был другим человеком. Другое имя, фамилия, национальность. Я знаю много языков. English, Dutch, Arabic, Hebrew, русский. Везде как свой. Знание языков дало мне свободное общение между людьми разных национальностей для получения и передачи новой информации. Меня интересует ваша миссия именно в Египте. В Египет я приехал в декабре 2010 года как турист. Еще до революции. Мы-то уже были готовы к революции. Чаша терпения египтян была переполнена. Правительство страны потеряло доверие простого народа. Но на первых этапах революции полиция стеной встала на защиту президента Мубарака. Мы ожидали развития событий, как в Йемене. Сирии. Ливии. Сторонники политики Моссад и ЦРУ стимулировали народ к смене власти. Одновременно наши союзники-братья-мусульмане открыли тюрьмы всей страны. Но через 18 дней Мубарак принял неожиданное для всех решение. Он снял с себя все полномочия. Отказался от президентского поста и передал управление страной египетской армии и министру обороны Тантауи. Вопреки нашим ожиданиям, народ горячо встретил армию. Это не входило в наши задачи. И в результате мое руководство в Моссад приняло решение сменить план. И отправило меня на новое задание. Эта миссия называлась «7 дней». Моей задачей было собрать достоверную информацию с улиц. Понять настроение народа. Понять, чего они ждут от него и какова степень их недовольства. Я был в толпе революционно настроенной молодежи. Вместе с ними выкрикивал лозунги и поджигал здания. Мы активно продвигались к управлению государственной безопасности Египта. Это была единственная возможность свободно заполучить нужные нам документы, хранящиеся в офисах этого здания. Все об этом государстве. Передал эти документы в Израиль, а потом в Катар. Сидел даже с молодежью, принимающей наркотики. Собирал среди них информацию. Я общался со всеми, с кем только можно, для того, чтобы понять, каково распространение плана Моссад. Разрушение арабского мира под названием «Арабская весна».
Этот план стали разрабатывать еще в 1997 году. Тогда он назывался «Чистый полумесяц». Главная задача при помощи Америки – разрушить все сильные армии вокруг и вблизи Израиля. Хорошо, Муса. Давайте вернемся к Мухтару. С какой целью вы на него вышли? Как познакомились? Кто он вообще? Салхир, шейх Мухтар. ايش بتريد يا طارق؟ الاخ موسى من المقاومه وبده يرجع رونده، وزي ما انت عارف الجو مقلق. كل اللي تبغاه بيصير يا طارق، توصل بالسلامه ان شاء الله. Я выяснил, что Мухтар аль-Езен был одним из предводителей группировки Хамас. В его штабе был человек по имени Абдул. Мухтар очень доверял ему. Однако произошла утечка информации о том, что Мухтар собирается жить по новым правилам. Он вырыл новые тоннели для переправки оружия в Египет. Желание стать богатым есть у каждого. Нам нужно было срочно достать планы тоннелей и ликвидировать Мухтара. Информацию о них знал только Абдул. Однако он сам вышел на нас для того, чтобы завоевать доверие Моссада. Под чужим именем я проник в Каир. Мне поручили забрать у Абдула планы. هل جئت لزيارة عمك بالقاهرة؟ ايه عمي مريض. لقد جاءتنا معلومات جديدة. هذا الظرف فيه كل ما تحتاجه. يجب عليك أن تقتل مختار. مختار؟ موسى. مين موسى؟ Я выполнил все, что мне поручили, и передал все схемы в центральное отделение Моссад. А Абдул окончательно исчез. 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 Как вода в пустыне. Муса, а какова ваша миссия в России? Я получил приказ прибыть в Россию для того, чтобы получить информацию о ваших ракетах прямого самонаведения и передать их в Тель-Авив. Информацию о них мне тоже должен был передать Абдул. Однако в связи с моим задержанием миссия приостановлена, и я еще не встречался с информатором. Муса, кто такой этот Абдул? Мне показалась странной его речь. Я услышал маленький акцент. Ну, говорите, говорите. Когда я передавал планы тоннелей в Моссад, я поинтересовался, кто такой Абдул. Информация не точная, но, похоже, он ваш. Что значит наш? Русский. 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 Муса, мне нужно полное имя этого Абдула. А мне нужны гарантии. Вы опять со своими гарантиями, да? Давайте так. Я объясню вам в последний раз. У вас есть три возможности. Первая. Вы соглашаетесь сотрудничать с нами. Вторая. Вы продолжаете играть в ваши игры, и тогда Верховный суд приговаривает вас к пожизненному заключению за измену родине и шпионаж. Вы благополучно отправляетесь в Сибирь до конца своих дней отмораживать свои смуглые щеки. И третий вариант. Я стучу в эту дверь. Мы выпускаем вас, и ваши друзья из Моссад ликвидируют вас как предателя. Выбор за вами.
А, Привалов, у тебя что, что-то срочное? Я тороплюсь. Так точно, товарищ полковник. Очень срочное. Надо поговорить. Что, есть новые данные? Так точно. У нас в конторе появился крот. Имя этого крота знает только один человек. А именно Мусатый Лиш. Интересно. Я отправил дезинформацию прямо в Моссад. Мусу отправили в Москву. Мы проследили за ним. Я придумал легенду про некого конструктора Пескера и про приборы системы самонаведения. Его и взяли. И что? Что он рассказал? Он рассказал, что 3 года назад в Египте познакомился с человеком по имени Абдул. Вы тоже в это время были в Египте. Странное совпадение, товарищ полковник. ازيك يا خالد؟ مبروك، انهيت مهمتك بنجاح. الجهاز بيشكرك على كل اللي عملته. انت دلوقتي حر، تقدر تعيش زي ما انت عايز. انت رجعت خالد، ما بقتش موسى. واستعد للمهمه اللي جايه. خالد انت بطل.